Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков. Как обычно в это время на телеканале «Универ Смотри». Сегодня будет, как обычно, много интересной информации. Долго тянуть не будем. Поехали. Начнем с финальной части чемпионата АСБ среди мужчин в дивизионе «Казань». Четыре сильнейших сборных собрались в КАЯ «Олимп», чтобы выявить, наконец-таки, кто самый сильный в этом турнире. Подробнее с места событий в репортаже НЖ Кадымовой. 24 февраля лучшие студенческие команды АСБ дивизиона «Казань» по баскетболу встретились в стенах КСК «КАЯ «Олимп», чтобы определить победителя среди мужских команд. В матче за третье место встречались сборные КФУ и КНИТУК и ХТИ. В первой половине игры лидировала сборная КФУ с преимуществом в 4 очка. Сборная технологического университета держалась уверенно и сдаваться не собиралась. Но даже активная поддержка болельщиков не смогла помочь КНИТУ. Таким образом, обладателем третьего места стала сборная Казанского федерального университета, обыграв команду соперника со счетом 60-49. Ну, знаете, мы очень хорошо завелись после первой половины, у нас многое не получалось, но ребята собрались, как бы были предельно концентрированы и, собственно, как бы доводили все атаки до ума, и что привело к победе. В финальной игре за звание чемпиона боролись баскетболисты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и Казанского государственного энергетического университета. С самых первых минут сборная академии спорта овладела преимуществом. Ребята показывали очень слаженную игру. В конце первой половины игры баскетболисты академии спорта имели преимущество 18 очков. Счет составлял 40-22. Вторая половина игры прошла также активно. Игра закончилась со счетом 69-57. Сборная Поволжской академии забрала первое место чемпионата АСБ дивизиона «Казань» среди мужских команд. Команда энергетического университета стала серебряным призером. НЖ Кадымова, «Неделя спорта». Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас у меня в студии наш корреспондент Денис Давыдов. Денис, тебе большой привет. Привет, Ром. Говорить мы сегодня будем о мини-футболе в рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета. На этих выходных прошел групповой этап. Денис, расскажи, пожалуйста, в целом, как там была атмосфера и как тебе в целом игры? Атмосфера была потрясающая. Все те, от кого ожидали выход, они вышли из группы. Единственное удивление было небольшое, то, что диологам не удалось выйти из группы, и они не показали должного желания, должной борьбы, и Тис переиграл их. Подчастую со счетом 3-0 и заслуженно вышел из группы А. Ну, что интересно, в группе А встречались Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт управления экономикой и финансов, Институт психологии и образования и ИТИС. Вот, действительно, ИТИС, по-моему, такой андердог этого турнира, можно сказать, да? Да, но они единственная команда, которая забила эконома на групповом этапе, так что их можно похвалить. Хорошо. А насчет Института международных отношений и истории востоковедения, что можешь сказать? У них, по сути, такая тяжелая группа была по наполнению, 5 команд, у остальных было 4. Что можешь сказать, почему они не смогли выйти из группы? Ну, я думаю, что они не смогли выйти из группы, потому что мотивация у их соперников была больше. Тот же Мехмат просто продемонстрировал великолепную игру, обыграв их со счетом 4-3. И Елабуга приехала тоже не просто так, она приехала за победой, и им удалось выйти из группы вместе с Набережным Челнинским институтом. Вот как раз две гостевые команды, которые приехали на этот турнир, смогли выйти в финальную стадию этого чемпионата. А по твоему мнению, какая группа была самой такой сильной? Группа смерти, ее можно так группа назвать. Группа смерти – это, конечно же, группа Г, потому что все три команды, которые были фаворитами первоначально в этом турнире, они участвовали в полуфинале Кубка ректора КФУ, который проходил в декабре. И юрфак, и физики, и Институт социально-философских наук – все были настроены на победу. И, к сожалению, Институт социально-философских наук чуть не повезло, и они заняли третье место в этой группе. Теперь давай поговорим об игре Института физики против Института социально-философских наук. Это центральная встреча, можно сказать, всего группового этапа, так как встречались финалисты Кубка университета в 2016 году, который проходил в декабре. Что ты можешь сказать по этому матчу? Действительно, игра получилась очень хорошая, напряженная. Эта игра достойная финала, на самом деле. Счет равный 1-1, и я считаю, что преимущество было небольшое на стороне философов. Они в конце отыгрались и могли забить еще больше. Я считаю, если бы они открыли счет, а не физики, то они бы довели дело до победы. Ну вот смотри, мы сейчас видим кадры с данной игры, и вот что ты можешь сказать? У Института социально-философских наук в самом начале было уйму моментов, чтобы забить. Что мешало? Почему не забивали? Я считаю, что философы играли на эмоциях, и вот порой вот это вот чрезмерное количество эмоций помешало им забить. Хладнокровия не хватило и опыта, что есть у физиков. Ну, как раз насчет Института физики. У нас есть интервью с главным тренером данной команды. Давайте посмотрим. Оцениваю игру физиков удовлетворительно, так как надеялся на более сплоченную и коллективную игру, так сказать. Сыграли безобразно.
Но с каждой игрой чувствуется прогресс, то, что сыгрываемся, находим свою игру. По последней игре с журналистами можем сказать, что выходили, по сути, зная то, что нам, в принципе, будет достаточно ничьи, поэтому старались не ошибаться, ну и использовать по максимуму свои моменты. Ну что ж, мы посмотрели данное интервью, ты согласен с этим мнением? Да, я согласен. И считаю, что и физикам есть в чем добавить, и, конечно же, философам, которым чуть-чуть буквально не хватило. Я считаю, что они проиграли именно первую игру, которая стала решающим из-за того, что они не вышли из группы. Mm-hmm. Физикам хочу пожелать удачи в дальнейшем, чтобы они дошли до финала и обыграли, чтобы Институт социально-философских наук стал единственной командой, которая не проиграла и не уступила физикам в этом турнире. Mm-hmm. Хорошо, ну теперь давай перейдем к четвертьфиналам. Итак, в четвертьфинал у нас прошли, как это не парадоксально звучало, 8 сборных команд. Что по этим парам можешь сказать? Хочу отметить пару Юрфак и Набережный Челнинский институт. Очень сильная пара, прям действительно. И будет жалко терять фаворитов дальше. В полуфинале какая-то из них команда не окажется. Хотелось бы также отметить ВМК и ИТИС. Тоже действительно равная пара. И я думаю, все-таки со стороны ИТИСа будет небольшое преимущество, потому что они удивительно вышли из группового этапа, и на этих эмоциях они могут дальше продолжить выступление на этом турнире. Тебе, Денис, большое спасибо, что подвел итоги группового этапа этого чемпионата. Было очень интересно с тобой беседовать, и было еще больше интереснее наблюдать за данным групповым этапом, как и тебе, наверное. Да, и тебе спасибо, Ром. Мне тоже было очень интересно. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Отправляемся на просторы социальных сетей и узнаем, что произошло в мировом спорте за прошедшие 7 дней. Обзор социальных сетей от Артура Мухина прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Артур, и прямо сейчас я расскажу вам о самых интересных новостях из мира спорта, которые мы нашли в социальных сетях за предыдущую неделю. Поехали! Знакомьтесь, это Уэйн Шоу, резервный вратарь Саттон Юнайтед футбольного клуба 5-й лиги Англии, который стал известен благодаря своим внушительным габаритам. На прошлой неделе его клуб играл с Арсеналом, но все внимание было приковано к нашему герою, который решил устроить себе обед прямо во время матча. Пользователи социальных сетей не могли пройти мимо такого колоритного персонажа, и фотографии Шоу моментально разлетелись по интернету. Позже пользователи Твиттера во время матча Манчестер Сити-Монако предложили букмекерам начать принимать ставки на то, съест ли пирог вратарь Сити Клаудио Браво, который в последнее время играет не под стать своей фамилии. Одна из компаний на предложение откликнулась и пообещала своим клиентам бесплатную ставку в размере 50 фунтов или евро на это событие. Да уж, Браво с его постоянными ошибками, только пироги есть, а не в воротах стоять. Страшно подумать, сколько голов бы он пропустил в матче, в котором обе команды забили на двоих 8 мячей. Снова ставки и снова матч Ман-Сити с Монако. О том, как забитый тобой гол может сделать несчастным фаната, теперь не понаслышке знает Лерой Сане. Неизвестный болельщик сделал ставку на два матча Лиги Чемпионов, предположив, что Атлетика выиграет у Байера со счетом 4-2, а Сити обыграет Монако 4-3. Так, поставив 2 евро, он мог сорвать куш в размере 34 тысяч. Но сделать это ему помешал немецкий полузащитник, который забил 5-й гол Манчестера в матче. Представьте себе разочарование парня, который вместо мешков с деньгами получил лишь вот такой твит с извинениями от футболиста. Я читал об этом в газетах. Извини меня за это, бедный парень. Конечно, бедный, а ты этому главная причина. Ну а вообще, говоря словами классика, ваши ожидания – ваши проблемы. А вот в НБА опять своя атмосфера. Разыгрывающий Кливленда Кайри Ирвинг пару недель назад заявил, что Земля плоская. Это не просто конспирологическая теория. Каждый может увидеть это. Говорю вам, это у каждого перед глазами. Они врут нам, заявил игрок. Его даже поддержали одноклубники, но еще через день Кайли сказал, что просто решил немного взбудоражить общественность своей шуткой. Несмотря на это, тему продолжают мусолить игроки других команд, выступая от себя лично, а также от имени Бруклина и Гарварда, заявляя, что мы поддержим утверждение Кайри, что Земля плоская, написал разыгрывающий Джереми Лин у себя в Твиттере. Нет, с этими ребятами надо говорить на их языке. Смотри, это мяч, ты играешь им, и он круглый, а вот это фризби, и оно плоское. Чувствуешь разницу? Хотя... Ooh, lens flare. Play number two. Just pass to the elbow. Jay Stockton. Maya Moore. Футбольный клуб Ростов сыграет с Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги Европы. Тренер англичан уже успел расстроиться по этому поводу, назвав ростовчан сильным соперником, а пресс-служба УЕФА решила пошутить над Моуринью. Пристегните ремни, от Манчестера до Ростова 3000 километров, гласит запись в их твиттере. А ведь Моур так хотел избежать дальних перелетов. Пользователи Твиттера не остались в стороне и тоже подлили масло в огонь.
Скажите спасибо, что не в Владивосток едем, пишет один из фанатов. Другой вовсе предлагает Юнайтед добираться до Ростова на машине. Даже так, мол, будет быстрее. Сами команды уже успели поприветствовать друг друга все в том же Твиттере в ожидании встречи. Но не забывайте, кто стоит у руля Ростова. Курбан Бердыев еще во времена работы в Рубине уже встречался с Мауринью, причем относительно успешно. А победу Бекиевича над Барселоной еще не скоро забудут в Европе. К слову о Рубине, который на неделе завершил зимние сборы в Испании. Пресс-служба клуба поделилась с подписчиками вот таким видео, где переводчик команды помогает главному тренеру донести до игроков важный игровой момент на очередной тренировке. Делает он это с такой отдачей, что, кажется, до конца сезона такими темпами и сам без труда получит тренерскую лицензию. Измени направление атаки! Передача на фланг! В этот момент Мио располагается! Держи позицию! Ну и напоследок лыжные гонки. Венесуэльский лыжник Адриан Солано, который с трудом доехал на чемпионаты мира, потому что полицейские в аэропорту приняли его за наркокурьера, очень хотел попробовать свои силы в немного экзотичном для себя виде спорта. Человек, на родине которого и снега-то никогда не видели, все же вышел на старт и пусть не безупречно, но часть дистанции все же преодолел. Здорово повеселив зрителей по всему миру. Вот его пост в Инстаграме после гонки. Но нам остается только похлопать и насладиться его бенефисом. Приятного просмотра! Ну а у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши инстаграмы. Вот инстаграм нашей программы, а вот мой личный. Ну а с вами был Артур. Пока-пока! Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Это была программа «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока!